цветы, танцы и хорошее настроение. Третья гимназия в этом учебном году открывает свои двери для 46 классов. Я хочу поздравить вас с одним из самых волнующих и самых торжественных праздников осени – Днем Знаний. Вы живете в хорошем, замечательном городе. Старайтесь, учитесь, радуйте родителей, радуйте учителей. Добрый путь! Этот День Знаний особенный для всех ивантеевских школьников. Впервые они идут учиться в юбилейный для города год. Расскажу я вам, друзья, про зеленый славный город. Здесь живет моя семья, этот город всем нам дорог. 186 человек сегодня впервые переступают порог третьей гимназии. Выпускники вручают первачкам ключ от школьных дверей. Впереди у малышей 11 лет интересной и насыщенной школьной жизни. А сегодня знакомство с учителем и первый классный час. А также красочное портфолио – подарок от главы города Елены Ковалевой. Я иду в эту школу, потому что у меня тут сестра учится. Больше всего мне хочется, чтобы вы больше бегали на физкультуре. В образовательном центре номер один сегодня тоже 6 первых классов. Для каждого подготовлен специальный каравай от Ивантеевского хлебокомбината в лучших традициях русского гостеприимства. На ближайшие 11 лет школа для вас станет родным домом, где вы обретете не только много новых знаний, много интересного, но и добрых, верных друзей. Я, если по-простому, вам завидую. Ребята открывают для себя сегодня такой мир новых, необыкновенных знаний, который пригодится им на протяжении всей жизни. Школьников поздравляют не только представители администрации, но и наши побратимы из Светлогорска. В этот праздничный день хочется передать вам такой горячий братский привет от жителей нашего города, от детей нашего города, потому что, несмотря на расстояние, мы с вами все-таки едины духом, едины сердцем. Одиннадцатиклассники предвкушают последний год в школе. Настя перешла к нам из Пушкина. Новая школа, я мало кого знаю, но уже познакомилась с некоторыми людьми, уже успели подружиться. Для 11 класса на самом деле очень важно не только сдать экзамены, как бы всем казалось, но и, конечно же, какое-то участие в жизни школы принимать. А в последнее время у нас это достаточно плодотворно ведется работа. И, конечно же, это разгружает и, конечно же, поднимается от этого настроение. В этом году юбилей не только у города. 105-летие празднует первая школа. А первый звонок для 194 первоклашек звучит из самого старого школьного колокольчика Ивантеевки. После торжественных линеек все первоклашки города вместе со своими классными мамами собираются в спорткомплексе «Олимп» на детский музыкальный спектакль с ростовыми куклами. В новую жизнь их напутствуют кот Леопольд с мышками, страус и даже Баба-Яга. Я жду от школы знаний, веселья, добра и хороших друзей. Что я буду на пятерках учиться, хорошо учиться. Я люблю свой город, потому что я там родился. Он добрый и, традиции исполняет. За то, что там много друзей, за то, что там, я там живу. Всего в этом году в школу пошли около 1100 первоклассников.